Однажды под трансом компании послали тусить в Трансильванию, но где-то под небом Румынии в тумане заплутал самолет. Оставив машину с пилотами, они пробирались болотами, с вампирами, ведьмами, готами до замка, где клубился народ. Всем привет! Все, мы прошли регистрацию, взяли наши билетики, и нам осталось еще 2,5 примерно часа до самолета. Самолет у нас вчетую в 13:40. Сейчас пойдем гулять, пойдем в duty free, пойдем позавтракаем. Чупа-чупс! Взяли малым вот по такому чупа-чупсу здоровому. Они дико удивятся, но на самом деле здесь коробочка, в которой маленькие чупа-чупсы. Бродим по duty free. Еле-еле нашли мне умывалку, которую можно будет взять с собой. Свою из дома я не взяла, послушалась вашим советов и рекомендаций, чтобы меня не конфисковали и ее не стала брать. Да, может, в самолете хочет кушать, да? Если бы меня кушать, то что бы. Не, большие. У нас маленькие, а больших я не видела у нас таких. Большая банка нутеллы. Беременная маленькими баночками нутеллы. Ты как показал, тоже маленькие баночки. Лимонный нутелл, тоже большая с маленькими нутеллами. Где? Вон. Ладно, салфетки тебе нужны? Это там, Лёша. Муж увидел маленькие мини-бутылочки со спиртным, говорит, можете бутылочку взять, ты тогда будешь спокойненькая. Мне понравилось, спокойненькая. Диско партизани. Диско, диско партизани. На танцполе, хоп, хей, хоп, музыка нон-стоп. Вот я и дождалась этого дня. У меня стоял таймер с отчетом дней на телефоне, приложение виджет. И сегодня наступил день, когда я лечу за моим лучшим другом, самым-самым лучшим другом. Without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you, I see forever hold so clear. I might have been. В общем, лететь нам всего 35 минут, сказали. В воздухе 35 минут. Я уже успела пореветь. Я успокаиваю. Я ужасно боюсь летать. Я аэрофоб. Вцепилась в кресло, слезы сами полились. Вцепилась в мужа потом. Потом увидела... Готовилась реветь. Пока не обратил на тебя внимание, то что стал успокаивать заранее. Ну, я уже... У меня уже успели. Ну, вот поэтому я понял, что и так. Так сидел спокойненько. Потом увидела вид из окна, прям мне это так понравилось, я отвлеклась. Думаю, времени немного лететь, пока отвлекусь тем, что помонтирую видос, наверное. Как всегда, побрезаю мужу голову. Ну, муж, ну, блин, и рука так не... Да.
А зачем мне микрофон? Может, ты что умное скажешь, Лянь? Мы с мужем спорим, круглая земля или плоская? Муж сказал, что пусть хоть квадратная, да. Лишь бы с тобой, любимая. Ну да, вот типа того. Ты правильно все поняла. Все, мы на месте, сейчас ищем наш трансфер. У нас трансфер есть где-то. Такие свирепые военные. Чувак шел с автоматом, как в Израиле, только еще свирепее. Так, ну вот он, наш номер. Кровать. Самое главное. Тут обычно все самое интересное происходит. Я имею в виду сон, конечно же. Что это за премия? Ром, а что это такое? Глянь, слушай, тут как будто кто-то... Тут была вмятинка такая. Вмятинка? Это что-то такое. Может быть, кто-то хорошо... Я надеюсь, кто еще не обкончал перед нашим приездом. Так, телевизор. Документы у меня в сумке. Мы... Ром, какой еще? Еще один в той сумочке, которую я... В той сумочке, в которой все было. Так, у нас тут какое-то питье прилагается. Мы лоханулись с розетками. Наши розетки от зарядок, в общем, телефонных не подходят. Наши вилки не подходят к розеткам. Вот так. Яблочки лежат. И поэтому мы сейчас пойдем в срочном порядке искать розетки, вилки, потому что у меня разряжается телефон. Ну, у тебя пока что банки есть. Вот. Что у нас тут еще есть? Чайничек. А, ну это просто чайничек стоит, да? Какие-то чаи. Кофе, вода. Где-то еще вино, сказали, прячется. Вот это и есть вино. Стол, все. Ну, вид из окна у нас, конечно. Тот, который мы не выбирали, так как мы... Наше расположение, наша гостиница была привязана к авиакомпании, которой мы... Да, был муж, как всегда, комментирует тут мне под руку, что вариант был вообще не выходить из аэропорта и забирать собаку там. Но мы решили все-таки пару дней тут погулять. Все равно, ну, что нам этот вид, мы в гостинице будем? Не в окно смотреть, да, Ром? Вот. Девочка какая-то идет. Где свет включается? Вот не включается не свет. Включается? Нет, не но включается. Свет. Ну подойди к ней и скажи, что за беспредел. Да, да. Зашел и должен тут, блин, в темноте шароебиться искать, где что включается. Они должны были подготовиться к нашему приезду вообще. Они подготовились. Вырубили электричество в номере, сломали розетки. Поменяли, выкрутили, да. Это душ, вот душевая кабина. Конечно, не знаю, поместится, не поместится. Press reset. Enter you for digital code. Press lock. Зеркало тут есть такое большое, вот такое. Давай вот такое. Че? Например, они экономят электричество. То есть все будет работать при вставлении карточки. А, у меня тоже была такая мысль, да. Разобрался. Это мы тормозы. Нет, ну не совсем мы, потому что у меня первая, да, такая мысль молчала, возникла. Я не озвучил из тела. Ну вот да, муж, потому разница. Что я по умолчанию считаю, что ты умнее и меня, и меня все время это, ну, да, сбивает, да, с толку. Да, конечно. Так уж скажи это, что сказать, что ты сама не додумалась. Не хочу. Нет, я додумалась, я думала про карточку. Просто долго. Я в это время снимала видео, долго я отвлекалась. Думала, я не, да, могу думать о двух вещах ты одновременно. Все, давай, иди, занимайся. Спроси у них про переходники, может, у них есть. К ним же не одни мы приезжаем. Полотен... Это халаты. Халаты. Тапочки. Белые. Прошу заметить. Да. Интересно, работают вот эти штуки.
Работает. Да. Тут такой, кстати, аромат классный. Мы когда вошли, тут пахло жасмином. Ароматизация такая, прям жасмин-жасмин. Мне очень понравилось, да. Полупустая коробочка с салфетками. Наборчики. Dental set, shaving set. Короче, для ухода за зубами набор и для бритья. Крем. Зеркало, полотенце, унитаз. И тут же видно душевое.